Так, друзья, продолжаем наши прогулочки около горы Тейда, около вулкана этого Тейда. Здесь у нас такие возвышаются красивые скалы. Это называется палец Бога у нас. Как называется? Он-то часть строения, я, к сожалению, не знаю. Вот у меня порвался. Так, пойдем дальше. Очень красивые места тут. Смотрим, что у нас впереди. Ветер дует. Обалденные скалы. Ой-ой-ой. Вообще здесь класс. Тенерифе. Так, здесь у нас уже все, конец. Туда дальше подниматься нельзя, запрещено. Очень много туристов, естественно. Самое, одно из самых туристических мест на этом острове. Так, туда близко подходить не надо, не обязательно. Chubaquero. Пойдем отсюда. Места красивые, обалденные, прелестные. Вот. Как нам сказали, здесь снимали эту деревню, не деревню, а планету обезьян здесь кино снимали. Также другие фильмы. Я сейчас не помню название других, но снимали здесь разные интересные голливудские фильмы. Вот. Уже я показывал вон ту гору. Сегодня она закрыта, потому что ветер у нас туда забраться невозможно на этом фуникулёре. Вот. Но несмотря на это, нам решили они, видать, какие-нибудь местные достопримечательности показать. И эти скалы, эти горы, конечно, очень оригинально выглядят. Особенно вот это вот. Вообще непонятно, каким образом она стоит. И при том, что это вулканическое, то есть это вулкан, бывший когда-то
лава преобразовавшаяся. Такой вот камень оригинальный, скала. Такие вот вещи. Там, походу, конкретно ветер подул с той стороны. Компашка сфотографируется. Группа такая целая приехала. Да, очень сильно сейчас только что подул ветер здесь. Пыль кружится. О, она тут. О, и смотрите, что тут есть. Почти песчаный бой. Такие вот дела, что, друзья, пока я выключаюсь, буду экономить батарею. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся.